Уютная гостиница «Вдохновение», банный комплекс и отдых на природе. Село Селинское. Новый учебный год и новые формы управления. Планы и перспективы директора школ обсуждали не в душных кабинетах, а под открытым небом. Не скучное совещание, а веселый турслет. С подробностями Карина Харитонова. У воды под открытым небом дружно, весело, со спортивным азартом. На базе комплекса отдыха 7 команд и 10 тематических площадок. Ориентирование на местности, эстафета, ГТО, прикладное творчество, интеллектуальные викторины. С первого взгляда типичный турслет. Правда, участники не любители походов, а профессионалы педагогики. Коллектив руководителей – это тоже коллектив. И для того, чтобы их научить работать с другими людьми в своих коллективах, мы должны им приносить то новое, то интересное, что появляется в сфере управления. Педагогический турслет – фестиваль здоровья. Традиционная встреча и своеобразная зарядка лидеров клинического образования на предстоящий учебный год. Формы слета всегда разные. На этот раз в преддверии года экологии ставка сделана на здоровый образ жизни. Помогают размяться и создать настроение, веселые старты. Встречаем начало учебного года, мы вместе говорим о позитивном настроении на этот учебный год. Мы за здоровый образ жизни и за позиционирование того, чтобы коллективы объединялись не только в рабочие моменты, но и во внеурочное время. Поставить палатку, разжечь костер, сварить похлебку. Эти навыки, конечно же, с блеском продемонстрируют цвет клинского учительства. Но главное все-таки взбодриться. После отпуска вернуть рабочий настрой и укрепить командный дух. Пока сиреневый туман колдует над образом осени, команда «Малиновки» демонстрирует свои очумелые ручки. На этой площадке особенно пригодятся фантазия, ловкость и изобретательность. Нам все, что дали, из того мы должны сделать. Мы делаем бусы. Бусы из природного материала. Яблоки, боярышник и рябина. На время еще нужно выполнить, ответить на вопросы. И уложиться в 10 минут. Уложиться во время – обязательное условие краеведческой викторины. Мы вместе – команда директоров клинских школ. Но руководят процессом не они. Здесь задания раздают им. Вам нужно определить, что за место находится на фотографии. Ледовый. Да. А это? Химблат, ну нет. Нет, это комбикормовая. Комбикорм? Мне тоже кажется. А ЗАГС, где место? Да. Это Чайковский. Это высшая первая гимназия. На фестивале здоровья бодростью подзарядились почти 150 человек. На память все получили призы и подарки. Но самое главное, наши учителя еще раз доказали. Они оптимисты, выдумщики и профи с большой буквы. Карина Харитонова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.